Митинг под стенами Родинского горсовета. Местные жители вышли в поддержку действующей власти. Около 200 горожан высказались против решения депутатов горсовета, которые проголосовали за досрочное прекращение полномочий мэра Сергея Федорова. Репортаж наших корреспондентов. Жители Родинского вышли в поддержку действующего мэра Сергея Федорова. По мнению митингующих, решение отдельных депутатов, которые проголосовали за досрочное прекращение полномочий нынешнего городского головы, незаконно. А сессия, на которой принималось такое решение, вовсе нелегитимна. Если городской глава закрыл заседание сессии, то дальше депутаты не имеют права вести это заседание. И только городской глава имеет право выносить вопросы на голосование. Депутаты могут предлагать, но ставить на голосование городской глава, который председательствует на сессии. Городской глава Сергей Федоров готовит документы в суд и прокуратуру для дачи правовой оценки действиям депутатов Родинского горсовета, которые выразили ему недоверие. Эти решения были незаконны, так как ничего не было выполнено в правовом поле. Это рейдерский захват власти, то есть депутаты проводят непонятные, несанкционированные собрания, я по-другому не назову, игнорируя городскую голову, игнорируя секретаря совета. То есть они когда хотят, тогда они собирают сессии и выносят те вопросы, которые им выгодны. Депутаты, которые проголосовали за отставку мэра Родинского, уверяют, действуют правомерно. Такое решение на внеочередной сессии приняли после отсутствия ответов на депутатские запросы, регулярно направляемые мэру. Согласно статье 79 пункта 3, депутатский корпус 2/3 от общего состава может выдвинуть недоверие городскому голове. Сергей Владимирович за все наше время работы не предоставлял нам документы, не давал ознакомливаться с этими документами, блокировал нам работу. И в связи с этим депутаты единогласно, 22 человека, поддержали его отставку. Поддержку действующему мэру высказал городской голова Красноармейска. Сейчас готовится обращение в милицию, в прокуратуру. Будут собраны подписи жителей, те, кто захотят подписаться, поддержать это обращение. Я думаю, что суд уже должен дать оценку, согласно закону Украины, тем действиям, которые, я считаю, что они абсолютно противоправные, незаконные. Не имеют права депутаты Горска, 20 человек, против воли всех жителей, единолично решать судьбу. А зачем же тогда были выборы? Митинг у стен Родинского горсовета собрал около 200 человек. Ирина Мишина, телеканал «Донбасс».